А бард бородатый в борделе вскоре устроил бардак. Либидо звало, а на деле не смог разрядиться чувак. Ну что тут поделать, не встал и не встал. Бывает со всеми, бывает. Перенапрягся, наверное, устал. Понимаю! По имени Ира не возбудила его. Она не читала Шекспира, не знала, как звали Гюго. Ну, падшая женщина, что с нее взять? Ну, бывает, со всеми бывает. Блядь, ведь она же и в Африке, блядь. Понимаешь? Веткой Региной тоже попал он в просак. Слово на ведро у Регины вагина в Лолите. Все было не так. Но выросла рана, ну что с нее взять? Ну бывает, со всеми бывает. Акселерация, ёб твою мать. Понимаю! Правду в итоге барду пришлось осознать, что коли так принципы у тебя строги, то сложно чему-либо встать. И пусть не вышло со шлюхой, но мало ли вокруг девушек чутких и тонких гуляет. Нет, интеллигент